машины на передовой нужны всегда. Около 40 автомобилей отправятся на передовую благодаря проекту «Все для победы» Народного фронта и неравнодушным орловчанам. Накануне ключи от 7 машин повышенной проходимости вручили военнослужащим. На них бойцы смогут перевозить груз, эвакуировать раненых. Проекту «Все для победы» Народного фронта подключились государственная инспекция труда, ВНИИС же, Россельхознадзор, управление мелиорации по Орловской области и многие другие. Нивы, Мерседес, эскаватор и кран уже находятся в пользовании наших бойцов на Харьковском, Волченском направлении.